Харри получил нового соперника. На турнире UFC в Питтсбурге, который пройдет на этих выходных, Майк должен был встретиться с ветераном полусреднего веса Тиаго Алвесом. Но на этой неделе стало известно, что Алвес пострадал от последствий урагана Ирма во Флориде и не сможет выйти на бой. Замену нашли в лице дебютанта UFC Алекса Рейса, который принял этот бой на трехдневном уведомлении. Недавно сорвавшийся бой с UFC 215 между Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом из-за болезни последнего официально переезжает на турнир UFC 216, который состоится 8 октября в Лас-Вегасе. 13 октября в Сургуте состоится турнир Fight Night Global 77. Главным событием турнира станет претендентский бой в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и экс-чемпионом Беллатор Эммануэлем Ньютоном, на счету которого лишь одна победа в крайних 5 боях. Состав участников турнира UFC 217 пополнился уже третьим титульным поединком. Помимо боя Бисминга с JSP и противостояния Гарбранда и Дилашоу, нас с вами ожидает очередная защита титула чемпионки UFC в минимальном весе Юаны Энджейчик против номера 3 дивизиона Роуз Намаюнас. Также в Нью-Йорке мы увидим противостояние двух выпускников реалити-шоу Даны Вайта по поиску новых талантов. Микки Голл встретится с Рэнди Брауном в рамках полусреднего веса. Если верить журналисту портала bjpen.com Крису Тейлору, Джастин Гейджи и Эдди Альварес вместо турнира TAF-26 Final, который должен состояться 2 декабря, будут драться на следующий день в Детройте на номерном турнире UFC 218. Ждем официального анонса этого боя. Бой Гловера Тейшеры и Миши Цуркунова перенесен с октября на 17 декабря из-за медленного восстановления руки бразильца после операции. Новым местом проведения боя стал турнир UFC on Fox 26 в Канаде. Закрывает 2017 год Лига ACB собирается 23 декабря в Москве турниром ACB 77. В главном поединке вечера состоится бой за вакантный титул чемпиона лиги в среднем весе между Вячеславом Василевским и Альбертом Дураевым. Помимо этого, нас с вами ожидает еще два титульных противостояния. Марат Балаев будет проводить вторую защиту пояса в полулегком весе. Также мы наконец-то увидим возвращение чемпиона легкого дивизиона Абдул-Азиза Абдул-Вахабова. Плюс в карте выступит Юсуф Раисов. Будущие соперники бойцов будут объявлены в ближайшее время. А на этом на сегодня у нас все. Делите лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!